Так, друзья, Николай Николаевич посетил нас сегодняшней ночной рыбалочке. Николай Николаевич, расскажи, как прошла у тебя рыбалка? С вечера было тяжко. После 10 7 на пасту и 5 на резину. Скажи, в какой толще воды? У дна, середина, вверх? У дна, потому что там прохладнее, но там вся рыба на дне. И на бомбарду 1.5 метра. Ну вот так вот, вся в толще получается, при донном слое. Значит, друзья, вот такой улов Николай Николаевич. Вот есть у нас 4 такие зачетные под двушечку вроде как, да? Да. Ну остальные, как всегда, средненький размерчик. Николай Николаевич, ну желаю вам здоровья, добра, позитива. Спасибо. Приезжайте еще, ждем вас. Спасибо. Приеду.